В детско-юношеской спортивной школе номер 10 состоялось открытое первенство города Иваново по плаванию для детей с ограниченными возможностями здоровья. Подобные соревнования проходят здесь в пятый раз, но впервые в виде первенства. В этом году пригласили участников других регионов. Кроме жителей Ивановской области, города Иваново и Вичуги, там, где есть бассейны, там, где развивается спорт среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. К нам приехали сегодня гости из города Ярославля. Пловцы соревновались в дистанциях на 25, 50 и 100 метров. В каждой лучшие спортсмены получат медали и грамоты. Судьи оценивают участников состязания по всей строгости, не делая никаких скидок. Требования такие же, как на соревнованиях, куда мы выезжаем на Кубок России, на первенство России. Все то же самое. Фальстарты не допускаются, переплывы не допускаются. В основном все ребята, которые представляют на этих соревнованиях город Иваново, занимаются в отделении адаптивной физической культуры и спорта. Пятерым членам ивановской команды присвоены юношеские разряды по плаванию. Именно этот вид спорта помогает ребятам укрепить здоровье. Я люблю ходить в бассейн, потому что тут комфортно, больше тренировок. Чем лучше результат, тем лучше самому. В этом году в соревнованиях приняли участие около 30 человек. Это чуть больше, чем в прошлом году. Но организаторы соревнований ставят задачу расширять географию первенства год от года. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.